Скажите, пожалуйста, для вас это был первый матч в главе команды. Насколько успели ознакомиться с ситуацией в клубе и как ее оцениваете? Ну, конечно, не успел. Мы всего лишь неделю работаем. У нас не так много футболистов в распоряжении. Кто на контракте, тех вообще меньше еще. Поэтому знакомимся через сегодняшний матч. Нужно было посмотреть, как ребята будут действовать во время игры. Ну, опять же, сегодня молодцы, сегодня тяжелые погодные условия. И учитывая те нагрузки, которые они получают на сборе, сегодня выдерживали. Ну, ничего, будем работать. Ребята молодцы. Как оцените вообще сегодняшний матч первый для вас? Да неплохой матч, конечно, были и те моменты, которые мы пытаемся прививать команде с первого дня, как мы пришли сюда. Но, понятно, еще время совсем мало, плюс функциональное состояние футболистов соответствует тому времени, сколько они проводят на тренировочном сборе после отпуска. Поэтому неплохо, были хорошие моменты, видно было, что есть какое-то понимание, есть моменты, и мы понимаем, что ребята нас слышат. Это самое главное. Но, опять же, для нас информация по каждому футболисту сегодня была очень, очень объемная в какой-то степени, потому что все равно оценить их индивидуальные качества на тренировке – это совсем другое, нежели в игре. Поэтому сегодня я еще повторюсь, огромное спасибо и Рубину за то, что они согласились играть с нами два матча. 2 числа будет ответная игра уже у нас дома. Это для нас очень хороший опыт и для ребят в том числе, потому что не все, скорее всего, многие даже ребята ни разу не играли в российской премьер-лиге. Поэтому для них это опыт, проверка, проверить себя, свои собственные силы.